начинаем жеребьевку команд участниц 13-го международного турнира детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпромнефти». Году, конечно, мы стремительно как-то рванули. К нам присоединилось сразу 4 страны: Словакия, Австрия, Чехия и Китай. В общей сложности 31 клуб. Переходим к жеребьевке команд группы «Восток». Турнира, который все-таки начинался как турнир детских команд клубов КХЛ, сейчас расширяется по принципу один клуб, одна команда из страны, которая не входит в КХЛ. Поэтому, в принципе, мы считаем, любая страна способна делегировать один клуб. На этом жеребьевка команд-участниц 13-го турнира международных детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпромнефти» завершена. Просим членов комиссии подписать протокол.